Ковровский аптечный пункт «Витафарм», спрятанный от посторонних глаз внутри торгового комплекса, уже давно имеет дурную славу. Вокруг здания сотня окровавленных шприцов. Ступить негде. Но в аптеке нас уверяют, к шприцам на улице они не имеют никакого отношения. Скажите, пожалуйста, у вас вот вокруг аптеки сотни и сотни шприцов. Вы случайно не продаете кодеин, содержащий препарат? Нет, не продаем. А вот закупка госторгконтроля демонстрирует. Всего за 300 рублей здесь без чеков и рецептов можно купить сразу два блистера запретного лекарства. Человек вошел с нашими денежками, купил две пластиночки, отсюда вышел. Вот понятые, вручали деньги, вот при них вышли, вот мы пришли. Давайте, закрываем аптеку, будем состав оформлять. Прямо под прилавком аптеки сотни упаковок Нурофена и Седала, а также вспомогательные предметы. Пакет наркомана, два блистера таблеток, йод, катализатор и два шприца продаются за 150 рублей. Владелец этой аптеки, гражданин Кочнев, попадается в руки правоохранителей с осени прошлого года уже в пятый раз. Он и его фармацевт оплатили штрафов более чем на 100 тысяч рублей. Но уголовной ответственности за безрецептурную торговлю кодеином пока не существует, а потому торгуют, хотя и прячут свои лица. Ваш комментарий. Вы продаете, да, кодеин, содержащий средства, это ваше указание? Вы отказываетесь, да, от комментариев? Да. То есть кодеин вы продавать не отказываетесь, от комментариев отказываетесь, да? Мы не продаем. Как отмечают в службе по контролю за оборотом наркотиков, на момент проверки в аптеке не было ни одного рецепта. В то же время запрещенные лекарства были закуплены аптекой тысячами упаковок. Тысячами флаконов, да, но при этом подтвердить расход и, там, допустим, вот движение данных препаратов в аптеке, там, как бы, кроме накладных, никаких, вот, что они получили по накладным, вот, определенное количество, больше других документов, куда оно реализовалось. Ну, на момент проверки отсутствовали. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что аптека вела не только розничную продажу, но и оптовую. Именно здесь, в Коврове, кодеин, содержащие препараты, закупались для притонов областного центра. Первый из них располагался в доме номер 7 по улице Гастелло. Наркотические средства потребляем? Я потребляю. Какие? Дезоморфин. В настоящий момент находится под состоянием наркотического опьянения? Да. Любопытно, что содержатель притона, 35-летний Павел Сунчугов, был выпущен под подписку о невыезде, но тут же принялся за изготовление наркотиков. Содержатель притона, Сунчугов, будет привлечен по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса, это за содержание притона. Его отпустили под подписку, и через какое-то время он снова стал содержать притон. Как отмечают соседи, за дозой в притон приходили по 40-50 человек ежедневно. Три раза за последние полгода приходилось вызывать пожарную службу. Но теперь все мучения в прошлом. Это постоянный запах бензина. Это масса народа, не высказать, тьма, сколько ходили. Кололись прямо в подъезде. Мы днем и ночью не знали покоя. Сейчас у нас благодать. Организаторы притона окажутся за решеткой, а вот его постояльцам придется искать другое место в поисках дозы. И времени на это у них все меньше и меньше. По статистике, средняя продолжительность жизни наркомана с момента начала употребления дезоморфина менее 2 лет. В 95 случаев страшная смерть наступает от гангрены, которую уже не остановить. Евгений Лукционов, Иван Людков, 6 канал.